Итак, сейчас я буду покупать акции компании Boeing. Вот, смотрите, ребята, начался разворот. Цена находится вот в идеальной точке. Акции стоят $100. Сегодня у нас 23 марта, и я хочу купить 50 акций. Переходим к брокеру, нажимаем меню, нажимаем тикет ордера. Здесь у нас, видите, стокс акций. Вводим символ. Boeing у нас, видите, БА. Вводим здесь БА. Нажимаем Enter. Вот, акции Boeing. Так, здесь у нас цена 97. 50 штук. По рынку. Предосмотр, вот, на $5000 мы будем покупать акции. Покупаем. Ордер отправлено. Все, ребята, мы купили 50 акций компании Boeing. Итак, друзья, у меня 54 акции Boeing. Рыночная стоимость 5400. Вот и все. Вот так вот просто сейчас в наше время покупать акции. А сейчас, друзья, будем продавать акции. Итак, поехали. Нажимаем тикет ордера. Попадаем в знакомое нам окно. Здесь пишем БА. Вот, акции Boeing, Нью-Йоркская биржа. Выбираем Boeing. Итак, покупал я 50 акций на 5000. Вот, грубо говоря, сейчас я вам просто показываю пример, ребята, это пример. И буду продавать тоже 50 акций. Так, нам нужно здесь выбрать продать ордер. Так, покупал я за 5000, за сколько нам удастся продать? 50 акций по рынку. 7700. 50% плюс. Купил за 5, продаю за 7,5. Шикарно. Все, ребята, и нажимаем «Отправить ордер», продаем. Соглашаемся. Соглашаемся. Все, продали 50 акций. Вот как все просто. Смотрите, у нас сейчас на счету 8800. Это кэш. Это не акции, это кэш. И спустя 5 минут у нас на счету уже 16600. Вот, видите, валюта, доллары. Заработал 2800. Как я шикарно, да, определил разворот. Но, ребята, это был пример. Я специально купил и продал, чтобы вот для своего курса записать видео, чтобы показать вам пример. Это не инвестиции. Это был сейчас трейдинг. Купил дешевле, продал дороже. Я инвестирую в долгую. Чтобы здесь зарабатывать, нужно инвестировать в долгую. Вот и все. Итак, друзья, как вы видите, ничего сложного здесь вообще нет. Вам нужно только открыть счет вот на этом сайте, завести деньги и покупать акции. Регистрация у вас займет, ну, 15 минут в интернете. Полно инструкций. Вот этот сайт interactivebrokers.com. Я выбрал этого брокера. Это самый топовый брокер. Он подойдет жителям Украины, России, Казахстана, Белоруссии. Так что регистрируйтесь. Ну вот, берете открыть счет. Все очень просто. Выбираете частный инвестор или трейдер. И вот начинаете заполнять заявку. Вот. Адрес, имя, фамилия, пароль. Короче, ребята, сейчас они все упростили. Это не та регистрация, что там 2 года назад. Сейчас все очень просто. Смотрите, какой простой интерфейс. Вот, нажимаем создание счета и дальше следуем инструкциям. Также подробная инструкция есть в моем курсе. Она прям у меня качественная, потому что я посмотрел в интернете. Они там с плохим звуком, с плохим качеством. Я создал качественную инструкцию. Она есть в моем курсе. И да, наконец-то это свершилось. Я запускаю свой курс. Я безумно этим горжусь, наконец-то я уже создал свой продукт, да, и буду продавать свой продукт. Как вы видите, я на своем канале ничего не рекламирую, у меня нет вообще рекламы, потому что многие блогеры рекламируют все подряд. Я буду продавать свой продукт, полезный продукт, в котором я уверен. Это очень важно, кстати, тоже берите с этого пример. Я кардинально по-другому подошел к созданию своего курса. Мой курс отличается от всех курсов, он мега-мега полезный. Цену, видите, я поставил $199, я посмотрел все курсы в интернете по финансам и поставил самую низкую цену. Как я сделал? Смотрите, друзья, в этом курсе вы узнаете, чем я владею. Потому что я вот посмотрел другие курсы, и они рассказывают, вот, мы для вас подобрали информацию, нахрена? Ты мне покажи, что ты делаешь, где у тебя лежат деньги, вот что мне интересно, таких курсов нет. Я бы такие курсы сам покупал, да, если бы был такой курс какого-то там миллионера или еще лучше миллиардера, к примеру, там Оскара Хартмана.
и он подробно рассказывает, где у него лежат деньги. Вы бы не купили такой курс? Я бы купил его хоть за $5000. Вот где конкретно у него деньги? Я бы посмотрел, я бы сделал выводы. Ага, этот человек инвестирует туда, он инвестирует туда. А почему он так делает? Я бы начал изучать. Вот здесь у него деньги, и вот здесь у него деньги. Вот какая у него диверсификация. С этого курса можно вынести очень много пользы, и поэтому я решил создать такой курс. Вот показать все на своем примере, потому что вы знаете мою концепцию, и я все показываю на своем примере, то, чем я пользуюсь. Я вам рассказываю, и то, чем я владею, я вам тоже показываю, а вы уже на моем примере учитесь, смотрите, анализируете, смотрите, какими принципами я руководствуюсь, какая там у меня диверсификация. Вот в этом настоящая ценность. Итак, друзья, мой курс называется Instarding Capital 1.0. Что вы получите? Доступ к моему портфелю, к моему капиталу. Вы узнаете о всех активах, которыми я владею, общей стоимостью более $1.5 миллиона. Пошаговую инструкцию по приобретению акций. Вы узнаете, как открыть счет, завести деньги, купить и продать акции. Доступ в закрытый чат, где я в режиме реального времени буду вас держать в курсе всех моих инвестиций. Вы первыми узнаете, что я покупаю, что я продаю и куда собираюсь инвестировать. Прикольная идея. Я вот так подумал, все ребята, которые приобретут курс, попадают в чат, и я вот вам там буду, не знаю, голосовухи сбрасывать. Так, ребята, я сейчас там продаю золото, или я сейчас вот покупаю там акции Apple, или я сейчас не инвестирую, сейчас жду лучшей там позиции. Ну, понимаете, я вам обо всем буду рассказывать, в какие проекты я захожу, какие проекты я там закрываю, я обо всем вам буду говорить вот в режиме реального времени. Также вы получите мою авторскую таблицу для ведения личного капитала, вы сможете создать под себя свою личную таблицу капитала, чтобы контролировать свои финансы. С ее помощью ваш капитал будет всегда расти. Это очень крутая вещь, это вот моя авторская таблица. Вот эту вот таблицу капитала должны завести себе все, чтобы контролировать свои финансы. Вы полностью распишете свое состояние, свой капитал, и с помощью этой таблицы вы будете всегда богатеть. Всегда. Вот с этого дня вы будете каждый день богатеть. Каждый день богатеть, потому что вы будете видеть свой капитал, и вам захочется управлять своим состоянием, вам захочется наращивать свой капитал. Это очень крутая фишка. Я вот сам к ней пришел. Когда я раньше записывал там свои расходы, доходы в приложении, потом мне захотелось сделать это более удобным, да, но я не мог найти такого приложения, поэтому я сам создал свою таблицу. Каждый может ее создать под себя, она просто универсальная для всех. Вы будете видеть хороший капитал, плохой капитал. Плохой капитал – это тот капитал, который высасывает деньги из вашего кармана. Вы будете смотреть, сравнивать, и вам будет хотеться пополнять свой хороший капитал, чтобы богатеть. Это, короче, крутая тема. Я буду вот этой фишкой пользоваться вот до конца жизни. Только вверх, только вверх, только богатеть. Каждый из вас может только богатеть. Также я для вас записал материал о многих интересных фишках, о которых я не рассказывал на своем канале. Вы узнаете, как всегда зарабатывать на активах и никогда не терять, никогда не терять. Очень простой принцип, но он работает. Итак, ребята, нужна обязательно Google почта, потому что на нее мы отправим вам доступ к курсу. Вот все поля. Вот эти вот все поля обязательно нужно заполнить. Номер телефона, да, потому что на этом телефоне должен быть ваш Telegram. С этого номера мы добавим вас в чат. И Google почта, на которую мы отправим доступ к курсу. Вот, ребята, весь мой курс. Видите, мой принцип капитала, мой капитал, таблица. Я полностью все разжевал, все объяснил. Как зарегистрировать счет, как пополнить счет, покупка акций, продажа акций. Ну, эти видео я вот опубликовал, потому что вот люди меня просили: Тарас, дай нам конкретную пошаговую инструкцию, как ты покупаешь акции, просто покажи все. Вот я, ребята, показал, я обещал, я сделал. И вот полностью весь мой капитал, таблица моего капитала, здесь все. Здесь золото, недвижимость, акции, криптовалюта вся, все хайп-проекты, полностью все расписано. И вот в первом видео я полностью все вот разжевываю по своему капиталу. Эту таблицу я буду вести в режиме реального времени. Вы будете наблюдать, какие акции я покупаю, какие акции я продаю. Ну, об этом я еще буду говорить вот в своем телеграм-канале. Также в телеграм-канале будет много пользы, там будут интересные статьи по финансам. Мы так вот подумали, как сделать так, чтобы этот канал был еще мега полезным. Вы меня спрашивали, Тарас, где ты читаешь статьи по финансам? И вот туда мы еще будем публиковать самые-самые топовые статьи вот по финансам, интересные статьи. Потому что сейчас, вы знаете, я жду, я накапливаю кэш, и чтобы группа не простаивала, там будут полезные статьи и новости. Вы видите, для удобства я поставил доллары, но вы можете оплачивать с любой карты. Это не важно, все равно будет конвертация. Не важно, какая валюта на вашей карте, пофиг.
все равно будет идти конвертация. Планирую я продать 50 доступов, чтобы посмотреть вот отзывы людей, посмотреть обратную связь, как зашла вот людям инфа и на что нужно сделать упор. Короче, друзья, на этом все. Я безумно рад, что я выпустил этот полезный продукт. Я вам обещал, что выпущу, я выпустил. Ссылочка на курс в описании. Все четко, видите, все официально. Я привязал продажи к своей компании, налоги платятся, все четко. Вот сделал пользу, сделал свой продукт, и я вот безумно им горжусь. Потому что это то, что изменит жизни людей. Вот это несет огромную ценность, огромную пользу. Это, не знаю, не билет на футбол, это не билет на концерт. Это то, что поможет людям, это то, что изменит их жизнь. Вот какие продукты нужно выпускать. Это самый лучший принцип богатства. Самый лучший, вы знаете, что я ему всегда буду следовать. Только ценность, только польза, никакого негатива, никакого дерьма. На этом все, друзья, буду с вами прощаться. Если это видео было вам полезным, поставьте, пожалуйста, ему лайк. Я надеюсь, вы разобрались, как вот покупать акции. Надеюсь, вы убедились, что ничего сложного в этом нет. И жду отзывы по курсу. Всем пока.